Друзья, всем привет, с вами Санёк. Вот такое короткое видео. Покажу, что у меня получилось сделать из... Точнее, какой шкив получился из двух девяточных маховиков. Как бы эта история не новая. Народ делает. Ну, каждый делает по-своему, да, и не показывает как. А сегодня вот я первый раз в жизни это дело исполнил. Так сказать, прочувствовал на себе все эти, как говорится, тяготы и невзгоды обработки чугуна и так далее, и тому подобное. Здесь нарезаны два ручья, профиль А. Вот, этот шкивок пойдет вон вместо этого интересного шкива, который я показывал в прошлых видео. Кто не видел, смотрите. Вот, человек попросил оставить размер, тот, который там на данный момент находится, поэтому размер будет соответствовать. И говорили там проточить под поликлин. Ну, человек не хочет заниматься поликлиновым, он хочет просто поставить плиту, накинуть ремни и работать. Все, он не хочет там ничего перенастраивать на тракторе. Вот, как-то так. Были тут некоторые нюансы, моменты. Ну, видео я не снимал. Если интересно, ну, могу показать вот на этих двух маховиках. Тоже будет делаться шкив на два ручья, профиль Б. Друзья, здесь будет профиль Б. Здесь профиль А, здесь профиль Б. Вот, если интересно, могу подзаснять видео. Вот. Как это дело делается и хватит ли там тела. Вот такие вот дела. Все точилось на имитаторе коленвала, так называемом. Некоторые уже поняли, что это такое, да, я уже показывал, как это делается. Правда, там видос на 40 минут, но у некоторых нервы не выдерживали, они просто не досматривали. А некоторые досматривали. Вот. Только так точится. Больше по-другому никак. Здесь не схватишься, потому что тут яйцо. Тут не схватишься, потому что тут надо обрабатывать. Вот такие вот дела, друзья. Все, на этом можно закончить видео. Мы этот еще увидим. Там этот, ну не знаю, если надо будет, я засниму видео. Но так не планировал, конечно. Ну, то есть будет все то же самое, только два ручья, профиль Б. Вставлю корзину, сделаю имитатор коленвала из ступицы задней. Собираю, чищу, крашу, отправляю. Все. Ну, это, по крайней мере, вот этот будет. А эти, ну, с этим придется повоевать еще. Там просто капец. Вот такие дела. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санёк. Мне вот было интересно повозиться. Ну, как повозиться. Чего он точится плохо. Тем более в такую глубину. Если просто его обрабатывать понаружи, отлично. А если вот туда, ну, тяжковато. Все, всем пока. С вами был Санёк. Скоро увидимся.